Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем с вами разбирать тему инъекций ботокса. Если в предыдущем ролике я вас немножечко запугала, застращала и рассказала вам небольшие тайны про инъекции ботокса, об их последствиях, то в этом ролике мы с вами поговорим об альтернативе салонным процедурам, то есть уколам красоты, то есть, в свою очередь, инъекциям ботокса и диспорта. И мы с вами будем разбирать две сыворотки коллекции Faberlic Expert. Это сыворотка под номером 1060, которая именно является альтернативой инъекциям ботокса. И в следующем ролике мы с вами разберем сыворотку под номером 1063, которая является альтернативой уколам красоты, так называемым филлером. Ну а сегодня мы с вами целенаправленно поговорим про сыворотку 1060, которая так и называется стоп-морщина. И прописано, является альтернативой салонной процедуры инъекциям ботокса. Вот она вот так вот красиво, замечательно упакована, внутри есть инструкция, но сама сыворотка выглядит вот так вот. Видишь, прицеп? Объемом 10 мл. Самое главное, что нужно снять вот этот вот защитный пиптик, хвостик. И вот таким образом, выдавливая содержимое, вы можете непосредственно наносить на область морщин, да? А я, в принципе, делаю так. Я выдавливаю небольшое количество на пальчик и вбиваю это содержимое в те морщины, куда мне нужно, то есть ту область, которую я собираюсь корректировать. И перед тем, как мы с вами будем разбирать состав, я вам сразу скажу, что сыворотка для того, чтобы получить результат, должна применяться курсом. На упаковке прописано, курс должен быть минимум 30 дней. Но все-таки по вот тем составам, которые здесь есть, я бы такая, что продлила бы этот курс до 60 дней. И в дальнейшем объясню почему. Тем более, что если у нас возраст старше 30, вот когда рекомендованы уже эти сыворотки, как само собой разумеющиеся, то курс для хорошего результата, для того, чтобы мы этот результат увидели, задержали, должен быть хотя бы дней 60, по мне. И после курса, а курс должен быть это каждый день, хотя бы один раз в день, ну, там, вечером. Я все-таки вот придерживаюсь, что именно эту сыворотку нужно наносить вечером, перед сном, когда мы уже с вами заснем, расслабимся полностью именно в ночное время. Вот она хорошо работает, да? Так вот, каждый божий день в течение минимум 30 дней вы будете наносить эту сыворотку, получите, гарантированно получите результат, и результат у вас этот может продлиться до 6 месяцев, вот, потому что здесь такой замечательный состав. Ну, наносится сыворотка однозначно на предварительно очищенное протонизированное лицо, на область морщин. Это могут быть вертикальные морщины, горизонтальные на лбу, носогубные. Это могут быть морщины на шее. То, что не анонсируется, горизонтальные, вертикальные. То есть все обрабатывается. И область глаз отдельно стоит заслуживать внимания, потому что она наносится на области гусиных лапок, мимических морщин. Но эту же сыворотку можно наносить вместо крема на область нижнего века, там, где у нас вот образуется целый каскад морщинок, не только мимических, но и статических или атипичных. Вот если вы прищуритесь, у вас вот эти морщинки, они выкладываются. Так вот, сыворотку можно полностью нанести на нижнее веко. То есть не только на область гусиных лапок, но на нижнее веко. Я же еще немножечко рекомендую этой сыворотке нанести на верхнее веко, потому что в ее составе такие потрясающие комплексы, которые работают на подтяжку. И если у вас есть проблема, как оплывшая верхняя века, наносите небольшое количество на вот этот участок под орбитой, да, который нужно нам подтянуть. Ну и после того, как вы сыворотку нанесли, дайте ей минут 5-7 впитаться, и после этого вы можете наносить свой базовый крем. А можно базовый обычный, как я называю, обычный крем, а можно применять эту сыворотку в сочетании с анти-эйдж кремами по уходу за лицом. Ну, например, Гардерика или же Реноваж. То есть все в рамках дозволенного, все в рамках разумного, все работает, все замечательно. Ну, а теперь я сыворотку откладываю и пройдемся с вами по составу. Состав, вот, знаете, уникальный. Я очень люблю эпитеты, но если я уж для себя отмечаю, если я уж раздаю эпитеты, то раздаю как награды. Заслуженно, потому что у нас в основе лежат два запатентованных уникальных комплекса. Первый комплекс это SynAIC. SynAIC, он первый написан. Это действительно, да, высокотехничный пептидный комплекс. Но я должна сказать, что очень много разработок, которые
получены фармацевтическими компаниями, переходят в косметологию. Так вот, вот этот комплекс SYN-8, его разработкой занималась швейцарская фармацевтическая компания. И даже за вот этот запатентованный SYN-8 ингредиент она получила в 2006 году швейцарскую технологическую премию. Потому что в основе лежит разработка, которая напоминает действие яда змеи. Так вот, эта фармацевтическая компания занималась производством лекарственных форм на основе змеиного яда. Где-то там в Бразилии у них находится змеиная ферма, и использовался яд храмовой кобры. Вот, очень сильный яд, и применялся он в основном в препаратах, которые должны были расслаблять поперечно-полосатую мускулатуру, то есть мышцы. То есть мышцы. И вот они синтезировали, точнее исследовали яд этой храмовой кобры, храмовой змеи, и выяснили, что один из компонентов, пептидный комплекс, который можно получить синтетическим путем, действует аналогично яду, но без побочного эффекта. И вот в основу этого комплекса SYN-8 лег вот этот самый пептидный комплекс, который еще раз работает по принципу змеиного яда, то есть вызывает расслабление мышц, не паралич, как, допустим, при ботулотоксине или при укусах змей, то есть необратимый процесс, да, а именно расслабление. Он работает по принципу, но без побочного эффекта. И вот этот комплекс широко уже ценили, ну, получается, уже не первый год косметологи, потому что воистину потрясающий результат. Так вот, небольшое количество этого комплекса SYN-8 уже в течение 2 часов позволяет в креме позволяет расслабить наши мышцы почти на 80%. Представляете? Поэтому действительно результат мгновенно блокирует мышечное сокращение. Так и есть, фактически так и есть. И что происходит? Вот постоянно расслабляя наши мышцы, мы стираем потихонечку наши морщинки, наши мимические морщинки. Здесь есть одно только, знаете, такое большое «но». Если после инъекции ботокса мы выходим и видим результат сразу, то для того, чтобы получить результат вот от применения сыворотки, нужно над собой поработать. Поработать курсом, без всякой халтуры, не пропуская никакие дни. Но результат будет аналогичный инъекциям ботокса, без побочных эффектов, без перекоса лица, без накопления, без негативного воздействия. Да? И длится будет он, в принципе, те же самые 6 месяцев, что после инъекции ботокса. Замечательно. Причем таких процедур вы можете сделать не 4, как инъекции ботокса, а хоть всю жизнь корректируйте свои мимические морщины и будете иметь потрясающий результат. Вот такая вот замечательная основа. Кошка. Буду аккуратненько. И второй комплекс. Смотрите, ингредиент SYN-TEC. SYN-TEC. Революционный ингредиент, укрепляет кожу и отвечает за прочность дермально-эпидермального соединения. Так, это тоже очень инновационный продукт, потому что комплекс работает, ну, буквально в 3 направлениях. Он волшебным образом помогает вернуть овал. Ну вот, казалось бы, вы скажете, ну при чем здесь овал, когда мы с морщинами работаем? Но дело в том, что, смотрите, когда мы с вами расслабляем мимические морщины, да, у нас все равно кожа уже здесь собрана в складки, которые мы, может быть, вооруженным глазом не видим, но тем не менее, как я говорю, она немножечко прижата. И вот для того, чтобы ее разгладить изнутри, нам нужны такие компоненты, такие комплексы, которые будут немножечко кожу, ну или, говорят, морщины выталкивать изнутри. Так вот, комплекс SYN-TEC, он тоже пептидный. 3 пептида, там 2 пептида, в общем, не помню, сколько, не суть важно. Так вот, этот комплекс, он помогает выравнивать нашу кожу изнутри, помогает ей вернуть тургор и эластичность, в хорошем смысле плотность. Так вот, смотрите, он даже работает с выработкой нашего родного коллагена, причем коллагена 4-го типа, 17-го, и, что немаловажно, якорного, 7-го типа. А вот якорный тип, он у нас отвечает за оплывший овал лица, за то, что у нас кожа, извините, отходит от, точнее, надкожица отходит от кожи, поэтому и именно дермально эпидермальное соединение. Вот с возрастом у нас, если взять вот так кожу, ущипнуть ее, она у нас начинает ходуном ходить. Есть даже у медиков вот такая щипковая проба, посмотреть на тургор, эластичность кожи. Так вот, чем наша кожа плотнее, тем вот эта щипковая проба
быстрее приходит в норму. А если вы возьмете у старичков, у наших сожмете, у них вот так вот шкурка, как я говорю, она и останется вот немножечко прижатая. Так вот, еще раз возвращая, комплекс Синтек помогает нашей коже, скажем так, плотно сесть на место. И это вау, это ну, уникальные вот такие два компонента. Причем смотрите, если вы где-то в интернете полазите и поищите кремы с аналогичными ингредиентами, либо предлагается что-то одно, что-то другое. А вот в соединении крайне редко Синэйк вместе с Синтеком. Вот такое сочетание, просто это два основных направления борьбы. Мы боремся и с морщинами путем альтернативы инъекции ботокса, да, расслабления мимических мышц. Кстати, мимические мышцы расположены достаточно глубоко, и проникнуть туда, вот почему говорят, нет, боже упаси, невозможно заменить инъекции ботокса, потому что мимические морщины глубоко проникают. Проникают еще как вот эти пептидные комплексы. Наука, косметология не стоит на месте. Не стоит на месте, поэтому проникают и работают. Но и это еще не все, не самое главное. Вот эти два ингредиента, то есть один борется с расслаблением, да, а второй у нас работает с нашей кожей, потому что нам ее вот эту вот пожмяканную, даже не знаю, что, как бы вам показать, что происходит. Ну, давайте, вот у меня есть листочек, да, бумаги. Вот смотрите, у нас была морщина, залом. Вот этот залом, это наша мимическая морщина. Вот. Вот представьте, моя рука, грубый такой пример, да, моя рука, это вот те самые мимические морщины. Вот. И представьте, меня расслабили, морщины расслабили. То есть вот, моя рука расслабилась, не знаю, видно вам или не видно, а вот этот залом остался. Так вот, Синэйк работает с моей рукой, да, это мои мышцы, а Синтек работает с кожей. Он ее вот так вот выравнивает. То есть если грубо показать, ну, в принципе, вот такой вот механизм есть, вот этот вот. И плюс ко всему прочему, вот этой же сыворотке находится наш Новафтем, 5,5 дифирамба, который усиливает эффект вот тех двух самых компонентов. Масло ше, о котором мы говорили, потрясающе регенерирует, восстанавливает. И само по себе является средством от морщин. Ну и витамин Е, витамины красоты. Ну, в общем-то, вот такой вот сказочный состав. И этот сказочный состав помогает стирать вам возраст с вашего лица, бороться с вашими морщинками. Поэтому пользуйтесь, и вы действительно получите результат. Одна просьба, если вы хотите увидеть результат, то это должен быть курс, это никаких таких себе поблажек буду-не буду, то есть красота требует жертв. А в нашем случае это не уколы, это просто...